One, two, three, four, five. Вы на канале Good Family Life. Всем привет! Сегодня мы приехали в Варди. Это город в скале. Вот. Да. Ехали сегодня мы сюда 6 часов. Вообще, в автобусе так неудобно ехать 6 часов, это прям ужас. По извилистым горным дорогам опять. Надеюсь, оно того стоит. Пойдем смотреть. Пойдем смотреть город в скалах. Жара, конечно, опять неимоверная. Как тут люди жили в скалах? Отлично. Непонятно. Да молодец. Матвей решил уже покататься. Такие склоны кругом. Да тут, наверное, в самих-то скалах прохладно. Внутри-то да, а вот снаружи вообще жарище. Вон там вход какой-то есть. Сейчас посмотрим вход, куда ведет. Так, это написано конюшня. Значит, здесь держали лошадей. Лошадями? Не выветрилось. За столько лет не выветрилось. Тут гнездо с перьями. Птичка гнездышко свела. Угу. Шли дальше. Угу. Вот здесь просто какая-то комнатка. Неинтересно, короче, пошли дальше. Простая комнатка. Смотри, там сзади дырка. Вот, все залезли на скалу. Не знаю, как-то высоковато там. Так вставайте там, танцуйте, я вас сниму. Ничего себе. О, Вику вижу. Улитка. О, Лера улитку нашла. Что, залезли? И что, не сложно? А? Не сложно было залезть туда? Мама. Ну, я, наверное, тоже попробую. Мама. О, забрались. В пещеру. Что-то тут какие-то дыры. И в стенах, и в полу. Дыры, дыры. Ну, для чего-то, наверное, все предназначалось. Вот тут посидеть можно было, отдохнуть, типа лавочки. Мам, идем в место. Сейчас. Сейчас меня попробуем. Вика фотографируется. Мам, там темно. Здесь еще комната. И здесь тоже. О, темная комната. И тут дырки. И тут везде дырки. Идем на спуск. И в потолке, и в скалах. Мам, идем на спуск. Пойдем на спуск. Тихонечко, только аккуратно. Без фанатизма. Ой. Ё-моё. Кажется, кто-то застрял. Вот такие горы здесь. Скалы. Вид такой на горы. Вид на горы, ага, красивый. Внизу речка течет. И дороги такие извилистые и опасные. Ужас. И так тут местные водители гоняют. Хорошо, что нам попался нормальный водитель. С ним не так страшно ехать. А тут... Что там, Лера, есть интересного? Дуб какой-то. Ой, жарко.
Кто-то тут отдыхает. Так вот просто. Специально это, чтобы посидеть. Лесенки. И посидеть, отдохнуть. Все, пошли. О, кошка. Кто нас там ждут? Давайте, вылезайте. Вылезайте, выходите аккуратно. Как ноги бережем. Как тут люди спускались? Вы как-то вот так и спускались, видимо. Жду. Ой. Опасно. А? Птенчики. Птенчики? Угу. Все, камушки тоже. О, зато тут так прохладненько. Там птенчики. Птенчики в гнездышках. Ага. Напугалась? Вот птенчики сидят. Ага. Гнездышко. Зато вот видишь, в скале как прохладно. Это что, за соседями подглядывать можно было? Ага. Ага, точно. А вот смотри, комнату ниже видно, дырочку. Ну, пролезть тут, наверное, навряд ли, да, если только кто-нибудь худенький. Да тут и я пролезу, только тут спрыгивать туда надо. Это для воды? Да, говорят, для воды вот она пошла. О, когда дождь шел, да? И собиралась. Да уж, это вырубить все это в скалах. Прилично. Тут как будто, знаешь, какой-то торжественный зал прямо. Большой. Ну, может быть, какое-то, да, место для общественных сборов. Там что, еще какая-то комната? Ага. Темная комната. Да. Да, интересно, придумали воду собирать. Так, по желобку. И тут, пожалуйста, водичка дождевая. Еще одна скала и углубление в ней. Здесь как-то ямки какие-то накопаны. У кого какие предположения, для чего эти ямки? Ну, несколько предположений есть. Какие, например? Может, они сюда еду складывают. Сюда гречку, сюда овсянку, сюда макароны. А, крупы, да? Ну, типа того. Может быть, для цветочка. А цветочки-то им здесь темно бы было. Ну, кто знает. Ну, что-то точно складывали. И в каждой пещере, главное, что-то все по-разному, да? А вон та, эта дырочка. А, да, из которой мы смотрели вниз. А тут интересно, для чего. Ступенчики. Машину сюда догоняли и там ковырялись. А, да. Действительно. Смотровая яма, да? Вот та дырочка. Ага. Вот та дырочка. Тут Вика предположила, что смотровая яма и гараж для машины. Вот тут. Машину, говорит, загоняли. И смотровая яма, все дела. У кого еще какие предположения? Что это такое? Вот мы сами думаем, для чего эта комната. Машину сгреть, слазить или начать пылить. Ну, конечно. А может быть, это мойка? Все, полезли наверх? Да, сейчас полезем наверх. О. Какие выемки в скалах. Сейчас пойдем смотреть. Возможно, какой-то хищник. Распорки стоят, чтобы ничего не обвалилось. Тут можно тоже пещера. Давайте зайду. Зайди, охладись. А мы дальше пойдем смотреть.
Наверху комната. Здесь. Я верю. Мне жарко, мне плохо. Я сейчас умру. Нет, живи пока. Там вода была. Тоже вода собиралась. В общем, много всяких таких пещерок. Место для метелки. Очень логично. Высота. Красота. Как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Красота-то какая. Ляпота. Ляпота. Камешками выложено красиво. Наверное, это недавно было сделано. Обложили, а тут какая-то часовня. Издалека ее видно было. Так, главное ножки не переломать. Так, оп, оп, оп. Какой свод красивый. И внутри тоже птички. Птички, птенчики. О, вот это высота. Вот это да. А что, дальше не проходите? В тенечке спрятались? Мы папу ждем, чтобы сфотографировать. А, уже позирует. А я тебя еще не сфоткала. Я пока вон. Давай вместе с тобой. Можно здесь, кстати. Ух ты, сколько много там всяких комнатушечек. Смотровая площадка. Все видно. Прикольно. Это же надо было тогда все в скалах выдолбить. На такой высоте. Как они вообще все это делают? Так вот. Тут, наверное, не один человек сорвался. Не знаю, возможно. Это трапезная написано, да? Да. Тут, короче, кушали, значит. Столовая. Столовая. Вот раз уселись, вот стол. Оп. Что-то здесь было. Это типа столы, что ли? Угу. Мини-столы. Вот это стол, наверное. Ага. А вот эти комнатки для чего, интересно? Готовили? Типа кухня, да? Да, там кухня. Наверное, они жили не каждый в своей. А община какая-то? Может быть, тут опять для воды ямка. Сидит и возмущается. Птичка сидит и возмущается. Вот она какая маленькая, возмущательная. Понаехали, скажи, тут, да? И мешают, ходят. Давильня, прям написано так, да? Давильня. Короче, вино тут делали, походу, виноград давили. Вон горшочки даже остались, остатки. И делали вино грузинское. Очень вкусное. Здесь всякие хозяйственные постройки. И помещения подсобные, так сказать. Ага, я Вику нашла. Чего только нет, всякие ямы.
О, здесь тоже, походу, что-то делали вино, потому что вон глиняные эти остались. Вино-то, значит, любили. Много было винных погребков. Ужас. Даже древние вина пили. Конечно, пили. И уважали это дело. Так, здесь тоже какие-то ямочки. Ой, сейчас идем по ступенькам, которые ведут наверх. Тут, походу, какие-то переходики. Ходики-переходики. А, церковь тут. Здесь вход в церковь. Угу. Там куда пойдем, туда или туда? Даже не знаю, так тут прохладно, да? Ну куда пойдем? Так, хорошо, пойдем туда сходим. Там еще коридоры. Ой, чуть не запнулась. Зал какой-то интересный. Красиво и прохладно. Наверное. Здесь источник. Вода? Да. Вы же про него, наверное, говорил. Сколько не привели, все равно это. Очень чистая вода. Вода точно. Источник. Чистая водичка стоит. Из горы откуда-то просачивается. Здесь какая-то башенка. Там лестница. Угу. Тут вот вход в церковь. Даже церковь сделана у них в скале. Колоколы висят. О, я не видела, что там колокола висят. Ага. Ну давай, Вика. Вот я не знаю, как против солнца получится. Ну попробуй. Не получится. Надо. Это ж надо было такое настроить в скалах. Это все царица придумала. Какая царица? Папа сказал. Тамара? Да. Может быть. Папа, это ведь царица Тамара придумала. А потом посмотрим. Если спускаемся в какой-то тоннель. О, папа уже там внизу стоит. Тут темень вообще, и снимать можно бесконечно. Спускаемся. Очень крутые ступеньки. Наконец-то мы спустились по крутющим ступенькам и вышли наружу на свет Божий. Правда, там тоже светло было, но... Снимать можно бесконечно здесь, в Арзии, все эти пещеры. Их очень много. Представляете, сколько дней и ночей люди, которые здесь жили, выдалбливали пещеры в горах. Ужас, как представишь, их там столько много, всякие ходы, переходы. Вообще здорово, конечно.